еще раз. С какой целью здесь находишься? Разговаривали о чем-нибудь подобном, например, медицинских справках при передаче долга? Нет, о чем не разговаривали. Ничего, ничего такого не было? Ну, не было, он просто интересовался так. Ну, я сейчас везде как бы не работаю, чтобы что-то как-то вот это, какие-то связи. В настоящий момент будете вы задержаны, просто это не полиция. Денежные средства какие-то есть при себе у вас? Есть. Я же говорю, долг, который... Покажите. Выложите денежные средства. Сюда, пожалуйста, на стол. Да, денежная купюра достоинства 1000 рублей. Номер ПМ-455-2056. Откуда у вас данные денежные средства? Мужчина передал. Мужчина вам передал. Которого Алексей зовут? Смотрите, КС-99-12-676. Сходится с ПМ-45-52-056. Сходится? ПМ-17-614-06. Сходится? Сходится. Каким образом у вас данные денежные средства? Ну, вот мужчина. Мужчина принес. Я вам то же самое могу сказать. Только сейчас, когда там мужчина. А дальше я уже не знаю, откуда. Хорошо, сейчас проследуем в отдел полиции.